Привет, ребята. Выдалось, как говорится, минутка времени пойти покидать приманки в воду на спиннинг. Ну вот. Решил выехать на канал имени Москвы. Вообще понятия не имею, куда я иду. Ни разу тут не был, не знаю, какое дно, не знаю, какая глубина. Можно ли вообще ловить, без понятия. Просто открыл навигатор, ткнул пальцем, говорю, все, вот сюда я поеду. Что из этого получится, ну посмотрим дальше. И вообще разрешат ли ловить, не знаю, видно будет. Все, дорогие мои, на связи. Пошел я искать сам канал имени Москвы. Ну вот, канал виднеется. Дошел. Пойду посмотрю, какие берега. Надо пощупать дно, обкидать все, посмотреть какие глубины и так далее. Так, ну что-то получается. Дно песчаное, с травой немного. Конечно, надо было брать сапоги повыше. У меня сапоги коротенькие. Вдали камыши. Ну, я с тяжелым джигом пришел. Здесь, в принципе, можно покидать. Легким джигом попробовать окушка подолбить. Но я, честно говоря, не хочу окуня долбить. Надоело мне уже на оке. Ну, а там камыши, если видно. Кувшинки всякие растут. Да не камыши, а кувшинки. Растут. Пойду дальше, к мосту пройду. Ну вот, шагаю я к мосту. Проход пока есть. Дальше не знаю. Но здесь пока мелковато. Кинуть разочек, что ли? Пока никого не видно. Несмотря на мелкую глубину, вода довольно-таки прозрачная, что радует. Ну вот, иду вдоль берега, не знаю, камера передаст, рыба видна мелкая, белая какая-то, не пойму, кто это. Стоит она вдоль бережка, плавает. Еще раз повторюсь, ни разу здесь не был, я вообще без понятия, поймаю здесь еще не поймаю. Но здесь очень мелко, там вот, конечно, за колонной уже поглубже. Но я пойду дальше схожу, сейчас здесь обросаю еще, покидаю немного. Я даже не знаю, какие приманки здесь ставить. Поставил вот Ланкер Сити такую желтенькую с черненьким. Посмотрим, что из этого выйдет. Опять начинается трава, камыши. Здесь, наверное, окунь стоит. Ну, можно покидать, попробовать ловить окуня, но я это делать не буду, не хочу ловить окуня. Так, ну с погодой, как всегда, мне везет. Пошел дождь небольшой. Ну да ладно. Нашел вот местечко, прошел немного. Камни одни. С глубиной пока разобраться не могу. Табличка с предупреждением. Купаться запрещено. При несчастных случаях звоните 112. Администрация города, городского округа Химки. Не знаю. О! Хорошая лодочка поехала. Вот эта волна сейчас как накроет. Да. Ну-ка. Да. О, почти достает меня. Да. Решил поставить поролонку. Вода
довольно-таки прозрачная. Поставлю темную приманку, поролонку. Ловлю на поводке. Обычно фейверик ставлю, но сегодня решил на поводке. Место незнакомое, непонятно, что здесь, как. Попробую половить на поролоночку. Покидаю. Думаю, часок я в нее поупираюсь. Посмотрим. В крайнем случае уже тогда перейду на съедобку. А так пока хочется на поролоночку. Ну, дно более-менее понятно, песчаное. Глубина 1,5 метра где-то. И такое дно обрывистое, то есть оно так идет, там раз и свал резкий. То есть где-то буквально вот сколько здесь там? 0,5 метра и где-то сразу раз, да, 1,20-1,30 метра, я так понимаю. Это приблизительно все. Пока не поклевки вообще. Ну, расскажу немножко о местности. Вот у нас получается МКАД в сторону Ленинградского шоссе. Вот у нас Химки, баскетбольный клуб. Вот там мост железнодорожный. Вот, по этому месту, по этому берегу я и хожу. Но, честно говоря, дальности не хватает. Очень далеко глубина, и кидаешь, вкладываешься по полной программе в бланк. И буквально там 5-7 проводок, и все. И вот такая мель. Надо искать что-то более глубже. Я думаю, пора вешать съедобку. Конечно, ребята, так вам скажу, ловить в черте города, ну, мне не очень нравится. Почему? Да шумно, неспокойно, ушами не отдыхаешь. Особенно возле вот мостов. Машины ездят, вертолеты летают, сирена работает. Этот шум, гам такой уже, жесть. Какая красота. Ну что, побег я дальше. Перешел на съедобку. Посмотрим, что из нее получится. Тут обрывы большие довольно-таки. Ну, дальше пройду, там есть спуск. Подальше от моста, то очень шумно. Хочется уже ушами отдохнуть спокойно. Постоять, помечтать. В тишине, а не в этом шуме. Поплыли. Ну, пришлось шугануть, а как? Привет, Октябрь. Ты случайно рыбу там под водой не видал?
Все, жду. И жду этого заветного удара. Та-да! Думаю, когда же он случится? А его все нет и нет. Вообще, ребят, не поклевки. Часа три, наверное, прошло уже, ни тычка. Дошел до ЖД моста. Хотел бы перейти как-нибудь. А тут все закрыто. Все. Не пройти. Думал потихоньку дойти до Долгопрудного. А тут, оказывается, все закрыто. Опасная зона. И все. Везде забор, аж двойной забор. Хреновенько. Свободное подошло к концу, естественно. Походил 4 часа, не увидел ни одной поклевки, ни тычка вообще. Ну, это место новое, как бы, для меня. Ни разу здесь не был, так зашел посмотреть, заехал, вернее. Ну, тишина вообще. Ну, белая рыбка есть, там какая-то плотва, что ли, плавает, я так и не понял, что там. Больше ничего серьезного. Там встречались ребята, тоже ходят, говорят, вообще тишина. И Долгопрудный ездили, говорит, одна трава все заросло и здесь. Ну, в общем, рыбалка нулевая, рыб не клюет. Я не знаю, вообще здесь она есть или нет, без понятия. Вот, ну, вывод такой, что в этот район я больше не поеду. Делать здесь нечего. Это точно. Ну ладно, побег я к машине. Всем спасибо, ребята. Извините, что ничего не поймал. Ну, так получилось. Ну, давайте, пакет.